Ландшафтный фестиваль «Исторический парк» открылся в квартале церкви трех святителей. Четыре месяца команда ландшафтных дизайнеров и архитекторов вместе с командой Tom Sawyer Fest создавала пять садов в историческом квартале. Это проект в честь знаменитых людей, которые жили здесь раньше. Шаляпин, Короленко, Горький. И это проект для нижегородцев, для гостей города, которые могут в свободное время прогуляться на площадках, посмотреть, пофотографироваться, отдохнуть, провести какие-то свои мероприятия, например, вот саду кино, который мы сделали такой уютный, камерный. Главный девиз организаторов – создаем новое, сохраняя историю. В 19 веке было принято проводить время на свежем воздухе в саду, где тихо и уютно, с традиционным чаепитием и неспешными разговорами. Именно с этим посылом во дворе дома номер 3 по улице Славянской и появился тайный сад. Здесь должны быть маленькие такие комнатки, где можно уединиться, посидеть. И также нужна была площадка для проведения камерных мероприятий. У нас фестиваль варенья проходит. Уникальный фестиваль посетил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Он ознакомился с творчеством ландшафтных дизайнеров и особенно подчеркнул важность сохранения исторического наследия. Я расту здесь в память о тех, кто был до нас. Здорово. Любой желающий может прийти сюда и своими глазами увидеть буйство зелени и вдохнуть аромат цветов. Гостей даже обещают угостить чаем с вишневым вареньем. Юрий Чухин, Любовь Шапко, Максим Веселов. Время новостей.